друзья, с вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компания «Алян». Решил выложить сегодня ролик. Автор, он достаточно редко у нас появляется, но при каждом его появлении его ролики пользуются серьезным большим успехом, так как в голосе, в манере общения, вообще в духе, который он преподносит нам на общее обозрение, слышится вот те самые даже не нотки, а четкие конкретно аккорды уверенного в себе человека, даже не ненависть, а презрение вот к этой масти коллекторской, причем откровенное, без страха, без какого-то. И в его словах ощущение того, что вот действительно ему мешает вот это расстояние, которое создает телефонная связь. То есть слышно человека, который действительно умеет постоять за себя и не только голословно, что категорически его отличает от его же и собеседника, да, и собеседников. То есть действительно за словом в карман парень не лезет и отвечает за каждое свое слово. И знаете, есть такая человеческая натура, масть, когда не нужны какие-то дополнительные доказательства. В голосе, в тоне все и так понятно. Ну давайте послушаем. Елена Андреевна, могу услышаться? Что я спрашиваю? Может быть, Эльвира. Вы Александр Владимирович меня зовут. Что руководитель отдела ХАР. Что случилось? Я с кем говорю? Ну, вы с своим мужем говорите. Да мне с Еленой Андреевной беседовать. Ну, что это значит? Какой-то звонит левый мужик побеседовать с моей женой. Александр Владимирович, Александр Владимирович меня зовут. Я беспокоюсь. Компании «Деньги сразу». Вот, надо с этого было начинать. Отдел, да. Елена Андреевна у нас является задолжником в компании. Мне необходимо с ней побеседовать. С ней вы не будете беседовать, вы будете лишь со мной беседовать от ее имени. Это почему так? Это потому, что я так решил. А, вы так решили, конечно. Да? Я понял. То есть с ней у меня не будет возможности? Да? Нет, вы будете лишь через меня с ней решать эту проблему. Почему? Потому что она женщина, она доверила решение своей проблемы кому? Естественно, близкому человеку, мужу. Я понял. Но у меня к вам нет вопросов. Ну, а если нет, тогда соскочи отсюда и все, положи трубку. А, вот так вот, да? Ну, а как с тобой, а как ты хотел, как с тобой разговаривать? Звонит так какой-то левый чел. Левый чел берет какой-то. Вась, не ори, ты хоть поклонись мне, хоть в WhatsApp фотку пришли, что ты мне поклон. Я все равно посылаю тебя туда, куда ты этого заслуживаешь. Конечно, а как ты хотел, блядь? А? Да не ты, а вы. Мне по барабану, ты холоп, челядь, сидящая на телефоне, мне пытаешься что-то тут залечить. Ты кто? Я тот, кто тебе сейчас по губам проводит, блядь. Да, каким образом ты проводишь? Ну, морально хотя бы. Если хочешь, можем физически стыкануться с тобой. Ну, я понял. Что ты понял? Ты что, уже соскочил? Ты там палец вытащи с одного места, конечно, а то у тебя уже повлажнело там. Конечно, все, соскочил. Ты не клади трубочку, чувачок. Ты хоть признайся, по какой причине ты мне моей жене звонишь? Ну, у нее задолженность есть, вот по этой причине. Ну, задолженность эту можешь со мной обсуждать, я за нее буду решать этот вопрос. Ну, я что с тобой обсуждать, ты выпендриваешься там по телефону, что мне с тобой обсуждать? Слышь, чувак, давай, короче, мы с тобой с глазу на глаз встретимся, и ты увидишь, выпендриваюсь я или нет. Давай сегодня. Ну, ты сейчас выпендриваешь, а что давай, мне встречаться? Давай приезжай ко мне по адресу ее прописки, и мы с тобой посмотрим, кто из нас выпендривается. Я сломаю тебе ебало в этом случае. Я понял. Бабушка за нее деньги отдаст. Да при чем здесь бабушка? Бабушка ничего не отдаст. Бабушке уже было строго, настрого запрещено вам даже трубки поднимать с ваших телефонов и открывать вам дверь. Это раз. Вопрос, если ты хочешь что-то предъявить, какие-то? Я разломаю тебе ебало при первой же встрече, пидорас. Я понял. Хуля ты понял? Ты уже усралась, нахуй. Палец из жопы высунь, ты уже возбудился, блядь. Ты там надрочил себя, да, блядь? Ты ж пидорок, походу, трех дыры, блядь. Нет, я испугался. Да, ну а что? Ну все тогда, соскочи нахуй отсюда. Вот и все. Твой вердикт, твоя судьба по жизни, блядь, соскакивать при первом же диалоге, челядь, блядь. Ну, я понял. Ага. Ну все, давай, понял, пошел нахуй. Клади трубочку. Ага, пошел сам тогда, пошел. Ну, блядь, присядь на колени, я пасу на тебя лучше. Вот это будет лучше всего. Ну, твоя золотую дочь тебе устрою бесплатно, блядь. Что, тебе такая перспектива устраивает, не? Во флеглот. Очень устраивает. О, да. Ты где там? Ну что ты понял. Там? Ну давай, мне не о чем с тобой. Ну давай, короче, пидорила, клади трубку, как это ты привык делать, короче, и соскочай сюда нахуй.
там у тебя совет. Пошел нахуй, дебил, блядь. О, все, блядь, усралась, на маты перешел. Все, блядь, корпоративная этика иссякла, да? Конечно, да. Ну, конечно, конюшня, ебаный насос, блядь. Терпеть тебя, что ли, или что? Терпеть, блядь, да ты терпила по жизни, терпеть, блядь. Ты голи, ты там находишься, блядь. Да ты чё, черт по жизни, сидящий в этой шараш-монтаж конторе, ебаный твой рот, блядь. Кыш, а ты где сидишь? Я? Я на твоей шее сижу, я тебе хуем по губам провел, мы вас на бабки швыранули. Вот и пиздец, это признай, дебил, блядь. Да ты на пятак швыранул, лох ты, блядь. А? Алло. Ну все, давай, короче, пидорас, гуляй. Алло, здравствуйте. Привет. Здравствуйте, друзья, это Кузнецов Дмитрий. Ну, тут комментировать, как понимаете, нечего. Единственное, знаете, просится дополнить, в самом конце на пятак швыранул, да? Типа на пятак это мало, надо было на 25, на 30. Хочется сказать этому чушку, который вот был на другой стороне провода, и всем его коллегам, и вообще друзьям его, и людям, которые одним воздухом с ним дышат. Да какая разница, насколько? Главное здесь ключевое слово «швыранул». Швыранул – это главное. Была бы возможность на 30-ку, на 105, швыранули бы настолько. А таких людей все больше и больше, я имею в виду тех, кто понимает, что не грех вот этих ростовщиков через коленку перегнуть. Здесь главное, что вы должны понять, господа ростовщики. Вот в таком формате общения вы остаетесь посланными туда, ну, слышали куда. Вот. Поэтому, ну, если, конечно, есть овцы-лохи, которые действительно ведутся на ваши угрозы, но это их выбор. Но все больше и больше, мне кажется, будет появляться людей, которые будут с вами разговаривать вот в таком вот тоне. Друзья, кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. В описании этого ролика есть все необходимые ссылки, в том числе ссылочка на наш сайт компании «Алям», там есть ролик, видео, как устроена работа наших специалистов. Пожалуйста, смотрите. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка также в описании. Все ролики там дублируются ВКонтакте. На связи с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Автору отдельное спасибо. До свидания.